Здорово, дорогие друзья! Так, сегодня мы расскажем, какие были у меня самые лучшие моменты в 2020 году. Так, этот год был для меня такой год, в который я побывал много разных местах. Не было у меня такого года, что я один год побывал в столько местах. Так, первые места, первый раз я поехал в Дубки. Я, как помню, это было очень круто. У меня есть пару фоток или кадров, я покажу вам. Смотрите. Следующее, где я побывал, это было Каспий, Зеленоморское. Называлась это база отдыха Бригантина. Там тоже было очень крутые места, очень бомбовые места были. Нам отдали там самые такие люкс номера. У меня есть пара кадров, тоже посмотрите. Дальнейшие, друзья, я побывал в Избербаше, отель Рамина. Было там тоже очень круто, очень красивые места были, очень хороший дизайн были. Да, было очень круто там. Потом я побывал в Хучине, Табасаранский район, база отдыха. Там тоже было очень круто, очень красивые локации были. Но гулять там было мало места, но так было очень круто там тоже. Смотрите кадры. What a day, I don't even know what day it is. What to say when dictation ain't conveying it. So I just keep replaying it and waiting a bit for the pop. Magic in the lane as I toss a teardrop. Fear not, get it pumping while it's seeping through your veins. A little something, something like Anita's IPAs. To the phase by the case, not an enemy or caring sight. Better than your fantasy, I call it hyper paradise. Check your Fahrenheit, fixated, paralyzed. Always lucky cause I fixed the freaking paradise. Waited in my favor, I ain't waiting up for later. Take a saber to your Vader, Terminator was a savior. Want the omelet, so I gotta break an egg. I've been stunned like a comma, cause I make them stop and stare, man. Последний мой отдых был в Домбае. Туда поехать было очень далеко, где-то 12 часов туда поехать. Это там было очень крутые места и очень там снимал я бомбовый ролик. Ролик тоже можете посмотреть. Следите за кадром. Спасибо, друзья, что смотрели до конца видеоролик. Поддерживайте, ставьте лайки, пишите комментарии, в каком месте вам было интересно и хотели бы поехать.